Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые москвичи! В Москве, к сожалению, не так много мест, где смогли победить этого монстра, точечную застройку. И я сегодня счастлива представлять свой район Ломоносовский, где мы с моими соседями смогли победить строительство дома в нашем дворе вместо нашей детской спортивной площадки, которая существовала больше 50 лет. Нам там хотели построить 17-этажный жилой дом. Мы с моими соседями выстояли. Больше года мы сопротивлялись этому. Нас били бандиты. К нам так же, как Кунцеву, приезжал ЧОП. Нас обещали бить и сжигать. В общем, это была борьба не на жизнь, а на смерть. Мы дежурили по ночам. Мы жили в палатках, мы жили в газели, и в конце концов мы победили, и сейчас мы ждем восстановления обратно нашей детской площадки. Чего желаю другим районам? Спасибо. Смотрите в интернете «Кравченко 16», в любой соцсети, огромное количество репортажей про нас, видео, все это есть, можно посмотреть, как мы боролись с этим монстром, с точечной застройкой. Конечно, на каждую застройку у нас у Собянина есть все разрешительные документы, правда? Они же без документов не приходят, они сами себе их рисуют, сами себе законы делают и сами их исполняют, и считают, что все хорошо. Когда Собянин только стал мэром, он сказал, что он положит плитку, и она не помешает роллерам. Я сама катаюсь на роликах, я прокляла его за это. Он пришел и сказал, что он будет бороться с пробками. Где его борьба? 10 баллов по шкале Яндекс.Пробки – это его борьба с пробками. Он сказал, что он больше не будет сносить пятиэтажки. Да, конечно. Недавно он торжественно поехал на новом электробусе, и на нем же сломался, и там и остался. Он открыл торжественно канатку 27 ноября, которая должна была быть открыта к чемпионату мира, и в которую вложили бешеные деньги, наши с вами деньги. Она сломалась на следующий день. Врать и воровать. Врать и воровать. Вот и все, что у нас происходит в правительстве Москвы. Нам бесконечно врут, и у нас бесконечно воруют. Это все, что мы наблюдаем от Собянина и его так называемой команды. Неделю назад мы с рупором Москвы возле кинотеатра «Соловей» проводили опрос. Хотите ли вы, чтобы этот кинотеатр был снесен? Там бесконечный поток людей. Очень много людей проводит свой досуг в этом кинотеатре. Знаете, кто из опрошенных сказал, что он хотел бы, чтобы снесли кинотеатр? Никто! Никто, ни один человек из этого потока не хочет, чтобы этот кинотеатр снесли. Тогда почему вы, наплевав на нас, приходите и делаете здесь что хотите? Кто вам дал такое право? Вы продали этот кинотеатр в частные руки? Ну продайте Кремль тогда и его тоже перестройте. Что вам мешает-то? Да, наверное, Путин пока. Конечно, в этом всем есть... один, но небольшой плюс. Это наше с вами осознание. Москвичи наконец-то начали просыпаться и видеть, что с нами происходит. Это очень хорошо. Кроме нас самих, нам больше никто не поможет. Жалко, что не раньше. Хорошо, что сейчас. Давайте бороться за свой город. У нас, кроме нас самих, никого больше не осталось. Мы должны защитить свой город сами. Это наш город! Это наш город! Это наш город! Спасибо! Это наш город.